офигенно! Это столько эмоций, это непередаваемые чувства! Это очень классно! Такие мероприятия проводятся именно для того, чтобы повысить чувство патриотизма в стране. Молодое поколение, чтобы понимало, что такое патриотизм. Да. И испытывало чувство гордости за страну, так как мы ее испытываем. Мы любим свою страну. Мы свою страну любим и помимо этого, но спорт – это самое главное. Он как раз-таки дает нам дух патриотизма.